Капитан судна «Мара Ионио» получил в ночь на среду уведомление об аресте корабля, выданное итальянскими властями. Он находится в порту итальянского острова Лампедуза. На его борту находились нелегальные мигранты, которые уже сошли на берег. Приказ о задержании судна и его команды отдал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Судьбу самого Сальвини в среду решает итальянский сенат, в который еще в январе поступил судебный запрос о привлечении Сальвини к уголовной ответственности по обвинению в похищении и незаконном лишении свободы людей. Речь идет о его распоряжении не пускать на итальянский берег мигрантов судна «Дичотти» в августе прошлого года. Ожидается, что большинство сенаторов отвергнут запрос суда. Нынешнее правительство Италии запретило заход в итальянские порты всем судам неправительственных организаций с нелегалами на борту, в результате чего их количество сократилось за год почти на 94%.